Всем привет, дорогие мои, с вами Аня Кононова и пустые баночки семьи Кононовых. Чем мы пользовались, в принципе, последний месяц. Итак, новинка в пустышках, как обычно про пустышки, которые у меня впервые или которые очень сильно нравятся, я буду рассказывать подробнее. Итак, вот это моя первая пустышка. Стояла на балконе, так как это, по идее, освежитель-нейтрализатор запахов для дома, где есть животные. Что он делает? Эффективное очищение воздуха? Ну, вроде бы да. Дом без запахов от животных у нас кошечка, сибирская невская маскарадная, и если честно, я от нее и раньше никаких запахов особо не чувствовала. Аромат полезный для питомца, вот это меня, конечно, подкупило. Идет аромат лаванды, аромат яркий, сильный такой, бьющий в нос. И я вам могу сказать, знаете, что самое интересное, то что когда распыляла по комнате, кошка у меня с места не сдвинулась, она не сбежала, она не убежала. Очень интересно. Артикул 308.01. Хорошо, действительно хорошо справляется, лучше он справился на балконе, лучше чем вот этот вот биоосвежитель воздуха. Аромат лаванды мне очень нравится, поэтому, может быть, я буду его на постоянной основе заказывать. На данный момент он мне действительно понравился. Что он вообще делает? Чистый увлажненный воздух без пыли и шерсти, может быть, быстрое удаление и профилактика накопления неприятных запахов, нежный аромат лаванды и альпийских трав. Даже когда вот у кошечки мы пошли менять туалет, конечно же, в жару, особенно в жару, запахи все равно проникают, потому что когда на улице 29 в тени, в Кирове вот такая у нас погода была на момент тестинга, он справился. Он справился даже с такой вот жарищей. Поэтому нравится, одобряю, рекомендую. И то, что кошка не шугалась этого запаха и этого спрея, это очень даже приятно. Вот такой вот универсальный спрей, который мы дезинфицировали всю квартиру. Артикул 111.36. Поболели недавно. Еще мы его раньше наливали в робот-пылесос, но пока вот наливать не можем. Что-то там сломалось. Муж говорит, уделаю. И это очень долго у него делается. Далее. Впервые у меня в пустышках вот такая омолаживающая маска для лица антигравитация. Ну что могу сказать, цвет, вкус, запах, все отлично. Это обычная тканевая маска. Что не нравится? Нанесите маску на сухую чистую кожу лица, ставьте на 15-20 минут, снимите маску, легкими массажными движениями распределите остатки эссенции по коже. Остатки средства можно удалить с помощью ватного диска, ополоснуть лицо водой. Вот когда делаешь ее где-то в номере на ночь, то неохота потом вставать умываться. Это такая маска дневная, грубо говоря, потому что ее нужно смывать. Но вот девочки в чате пишут, что они не смывают, но лицо такое вот липкое остается. Тогда что, наволочку менять, что ли, потом? Вот тут, конечно, вот такой момент присутствует. Но действительно, она классно разглаживает, действительно улучшает цвет лица. Но как проверить, что она активизирует синтез структурных белков? Ну, это только верить, конечно же. Артикул 0462. Очень понравилось. Буду еще заказывать, буду еще делать. Перед макияжем я делала вот эту масочку. Это кислородная экспресс-маска сияние и увлажнение с артикулом 0234. Моему мастеру по макияжу очень понравилось, как ложится вообще макияж, как приятно. Она идет увлажняющая и очищающая, пенится как я точка, я вовсе не медведь. Действительно, пенится прикольно. И она очищает кожу, сужает споры, способствует глубокому увлажнению и выравниванию тона кожи. Действительно, она все сделала. Она все сделала на ура. 0234. Прям буду заказывать еще. Далее, биоосвежитель воздуха на мягкой основе. Мне очень нравится вот этот аромат. Тут идет натуральный аквавтический микс без примеси химозы. Артикул 109.01, 250 мл. Я его заказываю очень давно. И могу сказать, что особая биоформула на основе мягкой воды и натуральных эфирных масел создана для полезной ароматизации и очищения воздуха. Нравится, заказываю. Далее, акваспрей, освежитель воздуха, антибактериальный компонент. Тоже вот болели, я вокруг себя его постоянно распыляла, когда сидела больная, работала за компьютером, у меня поднималась температура даже до 39, и я прям в шоке была, конечно. Какой-то вирус мы хапнули, но за полтора дня этот вирус прошел, и все, и как не бывало, то есть на один день. Конечно, мы пили живицу, мой врач мне сказала разово выпить омегу-3 и... Так, сейчас покажу вам. Еще не дошла до этих пустышек. Вот К2 и Д3 и омегу-3 прям, она говорит, по 4 штуки выпить с мужем, чтобы муж не заразился и так далее. Но муж все равно заразился. Но действительно намного легче себя чувствуешь. Она говорит, что если лечить организм убойными дозами витаминов, то побочки не бывает, ничего не бывает. Потому что пока мы лечим, там, например, вирус, мы садим печенку. Тут, говорит, в таком случае мы печенку не садим, организм сам перебарывает. И вот это чайное дерево
растапливая эвкалипт, с него действительно легче, лучше дышится. Мне вот очень понравилось во время болезни им пользоваться. Артикул 30-324, ну и плюс ко всему он идет с полезными эфирными маслами. Также идет с антибактериальным компонентом, чтобы вот никто не заболел, не заразился. Длительное освежение идет и ароматизация. Ну вот длительное освежение не знаю, но вот в момент, когда распыляете, действительно, елочки такие классные, такой аромат очень приятный, классный. Устранение резких неприятных запахов, это да, 100%. Увлажнение, осаждение пыли шерсти животных. Вот вообще мы вот эти спреи используем перед мытьем пола. То есть, например, захожу я в свой там рабочий кабинет, в свою комнату, распыляю вот этот вот весь спрей, а потом уже иду с ведром и протираю пол. И это действительно такое пролонгированное ощущение свежести. Попробуйте, вам должно понравиться. И водная основа без спирта и пропиллента. Вот этот не тот спрей из магазина, который распыляете и вот кучей потом задыхаешься. Биокапсулы для посудомойки. Как обычно, 109.02. Две штучки закончилось. Далее побежали. Мой любимый ультракондиционер для белья. 118.53. Средство для очищения ванной комнаты. 302.20. Кондиционер для детского белья 115-16. Детское белье стираем каждый день. Каждый день просто вот. 118-43 для цветного белья закончился. 118-41 для стирки темных тканей тоже вот один закончился. Так, гель для стирки белого белья 118-42. Безумно нравится, мой прям фаворит. Биосредство моющее универсальное. Натуральный цитрусовый микс с артикулом 108-97. Моем пол, отлично просто. Средство для чистки и мытья стекол и зеркал с антисептиком запотевающим эффектом 110-48, редкая пустышка, его надолго очень хватает, хотя зеркал у нас много. С артикулом 301-03, концентрированный гель для мытья посуды, чистота и защита, тоже антибактериальный компонент, я как почувствовала, что мы начали заболевать, я прямо его туда выставила сразу же. С артикулом 301-19, средство для чистки духовок и плит, сила цитрусов, две штучки сила цитрусов. Далее идет средство для мытья унитазов, 80-11, ну слушайте, нравится мне это средство. Стиральный порошок для белых и цветных тканей. Вот, знаете, не пойму, чем отличаются, потому что этот идет для белых и светлых тканей, один идет порошочек, и для цветных тканей. Вот, когда для цветных тканей закончился у нас как-то, мы постирали, вроде бы ничего не выцвело, вроде бы все было хорошо. Для белых и светлых тканей артикул 118.91, а для цветных 118.92. Отличный порошок, кто любит порошки, прям замечательно все. Семейство пятновыводителей и отбеливателей. 327 это пятновыводитель, пару штучек. Отбеливатель кислородный экстра вайт, безупречная белизна, 328 артикул. Мой любимый гель для интимной гигиены 87.22. Гель для подмывания детский 0 плюс 16.44. Вот этот вот у нас, конечно, редко бывает. Очищающий крем гель для интимной гигиены. Он мне не нравится тем, что его надо куда-то переливать. Потому что мне вот не нравится вот эта вот вещь. Я люблю проводить интимную гигиену, присаживаться на край ванны и вот таким образом набирать в ладошку. А тут, ну, ничего не наберешь, если с одной руки душ, а в другой руке вот это средство, ну, неудобно, просто неудобно. Хотелось бы, конечно, большой объем вот этой красоты. Очень классный очищающий крем-гель для интимной гигиены. Он реально классный. 150 мл идет, артикул 26.00. Нежный крем-гель не только очищает, но способствует поддержанию здорового баланса микробиома интимной зоны. Вот прям понравился артикул 26.00. Дальше гель для душа понравился. Кисленький такой, классный аромат. Действительно такой с горчинкой. Вроде бы написано бананас, что типа он банановый, но он, знаете, идет как, может быть, грейпфрут, банан, манго, может быть, что-то типа этого. Очень, очень приятный вкус. Мне нравятся такие кисленькие. Далее макадамия и меренга. Мне он не понравился. Не понравился. Артикул 17.17. Не помню, брала ли я его до этого. У меня такое ощущение, что я его брала, но просто забыла. Не нравится мне такой вот ореховый вкус. Орехи я люблю так просто кушать. Красный апельсин и марокканская роза. Очень понравилось. Закажу еще. Артикул 17.28. Это любимый гель для душа моей дочери. Антистресс. Называется фиалка и мелисса, пахнет вот по сравнению с этими, пахнет очень нежным, чем-то легким, таким приятным. Что хорошо, у него идет большой объем, 400 мл, артикул 25-48. Мелисса и фиалка лучшие помощники в борьбе со стрессом. Может быть, я не знаю, дочка его прям любит за фиолетовый цвет, она ярая поклонница. Так, вот это, наверное, впервые в пустышках, это гель для душа, 200 мл, артикул 26-98, отлично пенится. Нормально отмывает.
все вроде бы делает хорошо, но такой яркий, сладкий, приторный аромат, что не хочу, не буду больше заказывать. И упаковка не очень удобная, и он, видите, такой густоватый. Ждать, пока вот он перетечет, надавливать тоже не очень удобно, потому что он такой, в общем, не та упаковка и не тот аромат. Не полюбила. Далее, шампуни BSC. Мы начали смотреть, вот знаете, тот случай, когда вообще не хочется, ну, впервые он у нас, наверное, в пустышках, тот случай, когда не хочется даже наносить его на волосы, мы его измыли как гель для душа. Не буду даже артикулы говорить и никому не порекомендую. Консистенция жидкая, во-первых, он между пальцев аж вытекает весь. Цвет такой какой-то очень некрасивый, полупрозрачный такой, темно-коричневый какой-то. Запах ужасный, бьет в нос. Не понравился мне этот запах какой-то испорченной кислятины, что ли. Я не в восторге. Может быть, компания Faberlic нас и разбаловала отличным качеством, отличными ароматами и так далее. Вот BSC я не оценила. Для слабых секущихся волос, для окрашенных поврежденных волос, просто уже начали подходить сроки, и я мужу говорю: слушай, говорю, Антох, сейчас жара, говорю, по столько раз в день в душ ходим, давай, говорю, измоем на тело. Он посмеялся, говорит, давай. Я, говорит, как раз весь шерстяной. В общем, вот эти BSC мне не понравились. Я не хочу таким пользоваться. Любимый шампунь мужа — зеленый чай 1303 с перитоном цинка против перхоти. Очень нравится. Так, вот это заслуживает отдельного внимания. Это мицеллярный детокс шампунь. Я им пользуюсь. Я люблю голову вообще мыть по два раза, если начать с самого начала. И после того, как я первый раз голову вымыла, второй раз я тоже ее промываю. И вот у меня есть шампунь Blonde Icon для блондинок, для нейтрализации желтизны. Так вот, он лучше работает после этого шампуня, потому что тут идет абсорбирующий шампунь, который глубоко очищает волосы и кожу головы. Он дарит и свежесть, и чистоту, и еще есть скраб вот этой линейки. И если мы поскрабируемся, потом помоем голову, получается, ну, действительно классный такой свежести, эффект свежести надолго. С артикулом 7722, 250 мл он идет. И потом вот это вот шампунь-нейтрализатор желтизны действительно лучше работает. Далее пошли мы, значит, смотреть. И я помню, что я по распродаже набрала вот таких вот классных штук. Не знаю, есть они сейчас даже на сайте в наличии или нету. Но, во-первых, это ультрапитательный шампунь для всех типов волос. Он идет 100 мл, но он очень хорошо пенится, и он как большая версия, в принципе. Вот куда-то с собой взять, там на неделю вы поехали, его достаточно вам под, ну, реально достаточно, ну, если волосы не ниже, ну, грубо говоря, талии, то достаточно. 100 мл с артикулом 0906 действительно мягко моет, действительно наполняет какими-то элементами, действительно тут есть масла и ши, и манои, и вот это все чувствуется, запах очень приятный, консистенция хорошая, пенится хорошо, очищает хорошо. Первого раза нормально промывает, но я люблю просто два раза мыть голову. Ну, скажу, что классный, скажу, что классный. Далее, ультрапитательный бальзам для всех типов волос. Знаете, волосы такие становятся с него, ну вот вообще с обоих, вот тут посильнее, тут просто послабже эффект, бальзам эффект слабже, маска эффект сильнее. Бальзам 0961, маска 0962, действия у них одинаковые, и волосы такие получаются вроде бы склизенькие, блестящие, ухоженные такие, висят вроде бы не стручками, ничем, но я чувствую, что они как будто утяжеляют, и как будто к голове они прижаты, но утяжеления никакого нет, они вот такие вот легкие и приятные получаются. Не знаю, правильно я неправильно описала, запутала вас или нет, но они мне очень понравились в этом плане, в этом моменте. Но у них есть огромное но. Очень плохо держится прическа. Прямо безумно плохо держится прическа. То есть меня завили, сделали красную прическу в этот день. А к вечеру все просто опало. И я понимаю, что дело в них. Дело в них, потому что когда у меня прическа держится по 2 дня, я использую вот именно вот эту вот маску. Именно вот эту маску, она мне тоже очень нравится. Ну, она такая, видите, обычная, у нее не очень приятный аромат. Она хорошо держится, не течет, ничего, вот это моя любовь. А вот эти средства, они вот, знаете, для того, чтобы у вас, вот вы помыли голову, сделали какую-нибудь там укладочку феном обычную, расческой расчесали, выпрямили, и у вас безумно классно будет это все смотреться. Вот эта зима, она для выпрямления как будто волос, для какой-то легкости. А вот эта маска с артикулом 8363, она активно питает волосы и защищает от вредного воздействия высоких температур при укладке, обеспечивает легкое расчесывание, идет без эффекта утяжеления, подходит для частого применения. 200 мл, артикул 8363, мне нравится, по 2 дня, вот я голову помыла, и по 2 дня держится.
держится. Далее, с артикулом 77-82, по 133 рубля была акция, я взяла 10 штук. Бальзамов двойное питание с аминокислотами, в принципе, отличный бальзам, все нравится, все здорово, поэтому ничего не могу сказать. Не знаю, почему зимняя терапия, он вроде бы и летом неплохой. Не заметила разницы, что зимой, что летом. Дальше, смесь прокладок. Прокладки у нас получается ежедневки. К артикулу ежедневок 112,88. Артикул у дневных 112,89. И артикул у ночных 112,95. Пользуюсь годами, можно сказать. Дальше пудинг для волос. Ну, маска с моим любимым ароматом ревеня 26,54. Тоже очень нравится маска «Умный кератин» 82,48. Тоже прям хорошенькая. Ну и помните, да, начали в пустышках появляться у меня активно. Это мыло по 500 мл. Оно было по акции бонус за покупку. Сейчас там уже другие акции идут. Артикул 27,41. 500 мл. В принципе, обычное мыло. Вот вы понимаете, ничего особенного, но вот прям клевое обычное мыло. Дальше. Очищающий тоник для всех типов кожи «Вербена» 0,973. Честно скажу, он мне не понравился. У меня после него кожу стягивает. Я его больше не буду брать. Он у меня еще есть в наличии. Я взяла несколько штучек, но больше вот не буду брать. А вот мицеллярная вода для снятия макияжа тоже вот до расходу ее остаточки 0,831. Хотя она мне нравится, никаких претензий нет, кроме аромата. Но вот та мицеллярная вода от компании Faberlic в большой упаковочке сейчас, вот этой вот линейки гиалуроника, мне больше нравится просто аромат. Хотя действие отличное, но вот у гиалуроники аромат как-то вот получше, поинтереснее. Тонечки тоже до расходу ее. Вот эти вот, хотя они мне очень нравятся, артикул 0779. И уже буду переходить вот на такой вот тоник увлажняющий для лица с артикулом 2821. Траш у них одинаковый, 150 мл. Тоник отличный, классный, прям все супер, прям все здорово. Аромат, ну прям безумный такой, суперский аромат, свежести очень приятный, поэтому я прям с превеликим удовольствием буду пользоваться сейчас гиалуроникой. Вообще всю линейку гиалуроника я закончила. Гидроконцентрат у меня был в предыдущих пустышках, и закончился у меня еще увлажняющий крем для век. Я там чуть-чуть оставила, сейчас потрясу как градусник, у меня должно быть немножко, вот прям чуть-чуть оставляла, помню, что артикул 2818, мне очень понравился крем для век запахом, цветом, вкусом, ароматом, тем, что глазки действительно выпрямляются, века как-то вроде бы немножко и подтягивается. Вот эта дежурная линейка, не заявлено, что она антивозрастная, но насколько любому типу кожи не хватает влаги, это просто нонсенс какой-то, потому что вот мы разговаривали недавно с девушкой, она работает в салоне, говорит, люди приходят и говорят, у меня жирная кожа, мне увлажнение нельзя. Как нельзя? Как нельзя? Говорит, невеже, невеже. В общем, так вот она ругалась. Но, честно сказать, действительно, очень многие люди думают, что если они вспотели, то все, кожа увлажнилась. Как вот я недавно разговаривала с девушкой. Но это, конечно, чушь. Нужно всегда протираться тоничком. Нужно всегда наносить увлажняющий крем, если кожа обезвожена. Вот после этой серии есть одно жирное но. Я ее использовала полностью. Я использовала, получается, два гидроконцентрата. Ночной крем, дневной крем израсходовала. И вот это. И пользовалась я этим делом, ну, очень долго, как вот приехала после Абхазии. И могу вам сказать очень интересную вещь. Вот лицо стало лучше, красивее, оно стало более такой свежий цвет лица, щечки порозовели, ну, знаете, приятненько, да, вот эта вот желтоватость, рыхлость, вот этот загар, все, они все как-то вот куда-то уходят, деваются, и обычное лицо, вот хорошее, ухоженное получается. Чувствуется, что кожа дышит прям каким-то здоровьем, чем-то таким вот приятным, но у меня есть не модно, но вся линейка, без разницы, ночной, дневной и так далее, каким бы слоем ни наносил, толстеньким, тоненьким, вот она вся скатывается такими мелкими-мелкими катышками. Дневной крем у меня уходил намного дольше, потому что я его с утра нанесла. Если я дневной крем, то мне нужно, прежде чем сделать макияж, если я делаю макияж, мне нужно было протереть сначала лицо тоником, увлажниться, а потом уже делать макияж. Ну, вот это не совсем удобно. Но на самом деле, вот вся линейка гиалуроника мне очень понравилась. Если у вас есть проблемы там с рыхлым цветом лица и так далее, она действительно их решит. И решит на высоком уровне. Правда, вот это та самая линейка, которая работает на ура. На ура.
Так, побежали далее, как обычно, мои любимые салфетки, ну, дезодорирующие. Мы их, кстати, очень много выкидываем для удаления пятен. Очень рекомендую, 3552. Это старая версия влажных салфеток, сейчас новая появилась. Так, влажные салфетки чистящие для экранов мониторов мне очень-очень нравятся. 302,49. Ну и две больших упаковки, я их тут использую в своих целях. 17,98. Где-то масочку протереть, вот как раз вот как предыдущая, где-то руки протереть, где-то сводчи стереть, когда обзоры снимаю. Ну и понятно, что уходит много. Дальше, вот такая вот два суперконцентрата для чувствительной кожи. Я их израсходовала сразу же после того, как закончила линейку гиалуронику. Артикул 0582 наносила и утром, и вечером. Первый слой у меня был вот этого вот нашего классного средства. Очень его люблю, поэтому решила немножко оставить, чтобы вам показать. Прям обожаю. Артикул 5806, это наш кислородный бальзам, приходит в красивой коробочке. Он идет вообще для того, чтобы мгновенно увлажнять, удерживать влагу, активизировать все биологические процессы в коже, ускоряет ее самообновление, запускает детоксикацию, восстанавливает защитный слой. И, в принципе, еще для того, чтобы улучшить действие всех кремов, которые мы наносим. Поэтому я вот этот вот концентрат для чувствительной кожи, первый слой у меня был 5806 нашего кислородного бальзама. Он еще хороший от укусов комаров и так далее. А второй слой у меня был 0585. Это идет как восстановление кожного барьера, снижает чувствительность кожи к нижним раздражителям, обеспечивает P-витаминной активностью, смягчает роговой слой, способствует удалению отмерших клеток, увлажняет кожу, предотвращает потерю влаги, устраняет ощущение стянутости и возвращает чувство комфорта. Я его взяла... По-русски говоря, я его взяла для того, чтобы у меня пошли и прыщики после отдыха, и какие-то где-то микротрещинки, и где-то что-то щипало и так далее. И вот я решила вот этот концентрат для чувствительной кожи израсходовать. Он у меня был по акции заказан. Я его вскрыла и начала им пользоваться. Конечно же, мой любимый Мезоботокс с артикулом 7880. Не знаю, осталось ли там чего. Ну, вот немножечко, да, осталось. Вот такой вот классный суперский крем с таким... слегка сладковатым, не очень приятным ароматом. Лично для меня он идет как альтернатива процедуре Мезоботокса. Крем деликатно воздействует на кожу. Ну да, действительно очень деликатно. Он препятствует преждевременному формированию мимических морщин, эффективно устраняет мелкие и помогает разглаживанию глубоких морщин, возвращает коже красоту и здоровый внешний вид, делая ее более гладкой и упругой, придает лицу естественное сияние. Он работает. Мне понравилось, как он работает. Работает хорошо, на пятерочку. И вот как раз кислородный бальзам я наносила полностью от лба до груди, но вот этот концентрат для чувствительной кожи я наносила на лицо до подбородка, ну, включая подбородок, а уже после подбородка я наносила на шею и декольте вот этот вот концентрат. Очень понравился, поэтому рекомендую, действительно эффект, результат есть. Также с артикулом 1247 я использовала крем для век. Он идет для подтяжки в основном верхнего века, но я наносила в круговую, делала массажик с ним, все такое прочее. Но что могу сказать, тоже очень понравился, давно его заказываю, действительно веки говорят спасибо, действительно веки разглаживаются. На данный момент вот у меня нет ни одной морщинки, слава богу. Скрабом я после поездки воспользовалась, не знаю, очень много раз, потому что кожа просто, вы знаете, грубо ей все. Мы были 33 дня в отпуске, и за 33 дня, так как я светлокожая, я скраб не использовала, посмотрите, даже под ногтями крем. Скраб я не использовала в отпуске, потому что боюсь пигментации из-за того, что у меня очень светлая кожа, и кожа склонная, именно склонная к пигментации. Поэтому, когда я приехала, конечно, первым делом я начала делать тяжелую артиллерию, всякие маски, детоксы, маски очищающие, и могу сказать, что они действительно отлично справляются. Вот эта маска очищающая, она идет 4 в одном, она отшелушивает и выравнивает кожу. Мне понравилось, знаете, какое действие вот именно у этой маски, прям безумно понравилось, то, что вы ей сначала умываетесь, отшелушиваете все, скрабируете, там такие скрабинки, ну, в общем, вообще пусто, там такие скрабинки не очень жесткие. И вот эти скрабинки, они как раз отшелушивают, и потом второй слой этой же самой маски, когда вы уже отскрабировались, умылись, если вот давно, да, не скрабировались, начинаете эту маску наносить, и вот вы знаете, очень хорошо,
После очищающей маски любая питательная маска очень хорошо ложится на лицо. Проскрабировались, потом сделали очищающую маску. И после этой очищающей маски, вот я делала освежающую маску для лица с провитамином В5, но о ней позже. Мне понравилось именно вот такое вот действие, именно вот этой 0,467 масочки. Следующую масочку, это маска детокс для лица с древесным углем. Ну, это все, считайте, за месяц. Вот эти все маски, это все мое, тут мне мама не помогала. Она все в деревне сидит, решила стареть, решила не мазаться ничем. Как она сказала, буду, говорит, стареть, не буду ничем мазаться. Ну, они там дом достраивают уже, но, как говорится, бьют копытом, хотят туда переехать. Это артикул 0276, они идут с древесным углем, комплексами классными. И тут как раз вот этот же есть комплекс Новофтему 2. Она идет как экспресс, уход для уставшей кожи, и ее делают всего 15 минут. В итоге очищает кожу поры, восполняет энергию в клетках, выводит токсины, защищает клетки от негативного воздействия окружающей среды. Она полностью черная, артикул 0276, она полностью прям черная маска. Ложится хорошо. Практически не течет. Вот видите, да, какой слой, а течет очень медленно. Вот она прям хорошо очень наносится, разносится, очищает кожу и не течет. Тоже мне понравилось. Ну и вот эта масочка, она уже идет как питание. Во-первых, тут есть вот эта вот лопаточка для нанесения маски. Чем мне эта маска вообще не понравилась? Она идет такими как бы кубиками, кусочками, что ли. Вот видите, даже вот тут вот она немножко осталась. Я вот вам сейчас покажу. Вот так вот она собирается. Давайте ее вот сюда. И вот ее сложно нанести. То есть ее нужно по рукам распределить, сложно нанести. Потом вот это мучаешься. Написано растворить в руках, потом наносить. Действие у маски хорошее, но есть куча других масок, которые, ну, не будут вот такими кучками непонятными ложиться. И легко и просто можно сделать нормальную маску. Поэтому вот эту я больше заказывать не буду, не хочу. Я ее и второй-то раз заказала, потому что она была по акции. И я думаю, да, я закажу. По идее, запах, вкус, цвет, кроме консистенции, мне все понравилась, свеженькая, легкая, приятная. Она идет как? Мгновенно освежает, увлажняет, улучшает внешний вид кожи, регулирует выработку себума и поддерживает барьерную функцию кожи. Также тут идет айс-текстура, которая имитирует колотый лед, но этими льдинками невозможно царапать лицо, только свежесть, тонизирующий эффект и приятный холодок. Но вот имитирует, действие действительно хорошее, но, извините меня, мучаешься, все эти куски разные стороны летят, и мне не нравится вот эта имитация. Витамин В3, неоцинамид в составе маски, он активизирует обновление на клеточном уровне, способствует улучшению внешнего вида кожи, уменьшению выраженности мимических морщин, пор и других несовершенств. Витамин, которому до всего есть дело. В общем, она смывается. У нас есть маски, которые вы наносите и можете с ними ложиться спать, а есть такие, которые смываются. Вот это как раз маска смывается, и я вам честно скажу, что не очень-то она мне и понравилась по действию, потому что вот эти катышки, они летят во все стороны, ну, неудобно. Далее, любимый гель для бритья мужа. 81-47 патчи. Вот эти прям мой must-have 0,9-46, очень нравится. Эти, у них, знаете, вот на разглаживание морщин, как будто действие сильнее, чем вот у океаники. Так, 0,9-46 сказала, не сказала артикул. Вот эти 0,9-16, к ним претензия одна. Вот вы их наносите, они до такой степени влажные, до такой степени прям пропитаны вот в этой во всей эмульсии склизкой, что они едут, их нужно все время поправлять. Вот если с ними лежать, отлично. У меня такое ощущение, что они больше пролонгированы, у них есть какой-то эффект, что они эффективнее в итоге выравнивают морщинки. То есть эти мгновенно морщинки убирают, а эти прям дольше, получается, убирают, но на меньше количество времени действия хватает вот этих, а этих прям еще долгое время, если вы их не делаете, вы их, например, там проделали за месяц, потом долго не делаете, морщинки долго не возвращаются. Ну, конечно, в перемешку еще вот с этим кремом. Я их где-то днем, там, после умывания еще как-то вот постоянно шлеп нанесу, положу. Так, кетчупы классические. Артикул 16.050. Жалко очень, майонеза нет. Майонез обещали выпустить весной. Далее батончики, выпуск которых больше не планируется, как я поняла. Не знаю, правда, неправда. Обратная связь так ответила. Дальше мягкий гель для умывания. Очень понравился. Он идет для бережного очищения, глубоко очищает, не вызывает стянутости, дарит ощущение комфорта. Артикул 0.589. Я его как-то брала. Он идет как из линейки антиакне, но я его израсходовала. Да, действительно хороший. Клевый гель. SPF 50, как обычно, 21-21. Зубная паста у ребенка 51-12. Далее, вот эта вот зубная паста Penny Apple. Забыла, по-моему, вот такая вот она желтая.
Не понимаю эти пасты. Это у меня израсходовала свекровь. Мятная зубная паста от кариеса с ароматом вот этого вот ананаса. Не поняла. Мне не понравился вот вкус. Я люблю чисто мятный, чисто классику. Далее мягкое отбеливание. У нее идет тройное действие. Идет как белизна зубов. Нормальная зубная паста. Хорошая, приятная. 22,46 артикул. Никаких нареканий, ничего нет. Закончился у меня первый заход смеси эфирных масел. Я их не наношу пока что ни на кожу, никуда. Ни в крем, никуда не добавляю, просто ими пользуюсь как в аромадиффузор. Тут идет в составе лицея, пятигрейн и мандарин, что дает нам энергию. Накапали и работайте с превеликим удовольствием. Артикул 1292. Тут идет целая инструкция. В каждое масло вложена целая инструкция, что с ним можно делать. Можно делать аромамассаж. Можно принимать с ними в ванну, можно их добавлять в аромадиффузор. В общем, очень удобная, интересная штука, классная. Вот, например, масло виноградной косточки, вот точно помню, очень хорошо нам понравилось действие. Далее, это у нас идет аромадиффузор вот с палочки, куда нужно вставлять. Мандарин фреш, мы его ставим, так как это бодрящий все-таки аромат, с артикулом 10056, он идет как тоже как энерджи, мы его ставим на кухне, в прихожей или в коридоре. Нигде, ни в каких спальнях он у нас не стоит. У нас у ребенка и так вечное возбуждение. Живица. Пьем все по 5 штук с утра. Ребенку по 3 штуки утром даем. 157,28 артикул. Кедровая живица. Далее D3. 1, 2, 3, 4. Ну, еще сколько родителям отправила. Тут он был по распродаже. Я взяла его с огромной скидкой. Очень много штук. Прямо отвезу 10 штук себе оставлю. 10 штук родителям увезу. И 20 штук взяла еще. Был очень дешев. Он стоил 1481. По распродаже он был 740 рублей, я его прям набрала. К2 и D3 это круче, чем просто D3, поэтому пейте. Омега-3,6,9, мы сейчас ее больше заказывать не будем, потому что с врачом пообщались, и по совету врача у нас получилась какая дилемма. Она говорит, если человек полный, а я полный человек, и муж у меня толстенький, то значит есть какое-то воспаление в кишечнике. Это обязательно. Полные люди все больные, кто весит выше нормы. Но вот мне весы Пикук показывают скидывать 24 килограмма надо. А вот до какой степени у меня уже как бы ожирение идет. И, конечно, вот эта омега-3,6,9, она сказала, что она не так полезна, как полезна просто омега-3 Форте. Поэтому омегу-3,6,9 мы допили с артикулом 157,22. И омегу-3 Форте мы сейчас перешли всей семьей на нее. 157,79. Омега-3 Форте пьется лучше. Для ребенка она мне сказала, моей Викусе, давать омегу глицином детскую. Но она у меня наотрез отказывается. Ей невкусно, ей не нравится. Поэтому мы даем омега-3. Дальше антипаразит комплекс с артикулом 157,63. Это тоже, можно сказать, новая новинка в моих пустышках. Ну, что скажу про нее? Ну, вот как вы поймете, был кто-то или не был, если вы это пропили? Я вот не могу понять, например. Просто пропила, как говорится, просто пропила. Так, Q10, после еды по 2 штучки в день, пьем все, ну, то забудем, то пьем, по 2 штучки в день. Ну и секреты Востока, черный тмин. Мне мой врач, посмотрев состав, сказал, что очень хороший состав, нужно пить по 2 штучки через час после еды на голодный желудок, запивать стаканом воды. Или это может быть с утра на голодный желудок выпито, или через час после еды может быть выпито, но чтобы желудок был обязательно голодный, тогда он подействует лучше. Артикул 157,10. Тут кисталь хинди, хельба и черный тмин. Очень хороший состав. Состав наикрутейший. Далее, вот мы это все доедаем. Новых каш, к сожалению, нет. Я не знаю, будут, не будут каши. 161,13. Но если вдруг они будут, я с удовольствием прям 10 штучек хапну. Далее, стевии тоже на сайте нет. Она у нас подходит уже к концу, потому что мы с мамой вдвоем пьем. Не знаю, ну что будем заменять в магазине. Но нам прям нравится. Именно стевия. Артикул 156,77. Будем надеяться, что стевии нет временно. Далее коралловый кальций всегда добавляем и будем добавлять каждый раз в воду. Это не курсы, это просто для кондиционирования питьевой воды, чтобы питьевая вода лучше стала качеством. Когда меня спрашивают, сколько нужно пить коралловый кальций, так нисколько, его нужно пить просто всегда, без перерыва. Артикул 157,30, вот мы берем. Дальше wellness фитоконцентрат для похудения, но мы его пьем, потому что он просто вкусный. 157,15. Immunity, это травяной сбор Immunity, 157,70. Против
воспалительный сбор 157-50 олива. Куча шоколада у ребенка. Вот этого нет в наличии на складе, не могла заказать. Может быть, появится. Вот это еще пока что все есть. Вот этого тоже уже нету, поэтому артикулы не называю. Это все вот остатки, где-то вот что-то по распродаже. Выпили упаковочку коктейля 156-50. Очень вкусный, классный, с клоактивом. Это конъюгированная линолевая кислота, которая помогает сжигать жиры, активизирует обмен белков. Тем самым помогая организму лучше их усваивать. То есть для похудения. Кофе. Добрый день. Добрый день. 160-49. Так, 1, 2, 3, 4. Соль обязательно. Это уже последняя соль с коллагеном. Ну, вот эту соль мы австрийскую для ароматного стейка домучили. Честно сказать, островато. 161-44. Островато. Прям чересчур острая. А вот эта уэльская, она идет без всего. С артикулом 161-46. Ну, как без всего? Она содержит коллаген, содержит пищевые волокна. В салате где-то там что-то вот обязательно ее добавляем. Не знаю, разрушается ли коллаген, когда мы солим суп, и суп варится. Наверное, разрушается. Но вот в салатик еще куда-то добавить, мне кажется, милое дело. Ну и 24 штуки. Корм идет хороший, полезный для кошечек с артикулом 162-08. Ну, вы помните, я прям 5 коробок взяла, заказала. Ой, про нашу кошку забыть, себя не уважать. Всех искусает. Ну все, мои дорогие, всем пока-пока. С вами была Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите.